14 по 17 июня в отделении переливания крови Одинцовской областной больницы по адресу город Одинцово, Можайское шоссе, дом 55, пройдет донорская неделя. Все желающие приглашаются к участию. Предоставление льгот и материальной компенсации на питание гарантируется. В этом году неделя приурочена к Всемирному дню донора, который отмечают 14 июня и проходит под девизом «Оставайся донором». Ведь кровь ежедневно нужна тысячам пациентов.